Всем привет! И сегодня мы с вами сделаем необычную вазу из пластиковых бутылок. Для этого нам понадобится несколько бутылок из-под воды 0,5 литра. Снимаем этикетку, отрезаем дно по рисунку и разрезаем бутылку на три части до верхней отметки. Мы это делаем для того, чтобы удобнее было ее резать на тоненькие полосочки. Обратите внимание, что горло не отрезается, горло остается целым. Края сами заворачиваются, получается вот такая симпатичная штучка. Следующую бутылку мы режем следующим образом. Отрезаем дно и отрезаем горлышко. Снова делим ее на три части и разрезаем на узкие полосочки. И делаем таких заготовок несколько. 4-5. Чем больше, тем лучше, тем пышнее будет ваша ваза. Вот посмотрите. 4 таких заготовки, и вот она основная с горлышком. Теперь мы берем и надеваем наши 4 части на ту часть, которая есть с горлышком. Еще в одной бутылке мы отрезаем дно чуть повыше, наносим горячий клей и приклеиваем декоративные камушки. Это нужно для устойчивости. Теперь мы приклеиваем пробку. Накручиваем нашу вазу. О, какая ваза у нас получилась. Теперь мы можем в нее положить те же самые декоративные камушки. Или какие-нибудь маленькие конфетки. Или любое другое украшение. Разные бутылки могут выглядеть по-разному после того, как вы их разрежете. У одних края закругленные, у других более прямые. Вот такие вазы мы получили в конце.